почему-то пропустил Лемктор бафа 10-10, но он же одного бафает. Ух, нихрена себе тут выбор. Ну чё, попробуем скапса нового? Голарафам. Ну давай скапса глянем. Что это такое? Драконы в бане. Если на первый ход обилку сыграть, кто-нибудь играл на первый ход обилку? Нельзя? А, ее просто нажать нельзя? То есть вот это купить, продать обилку? Ничего так. Если нажмешь на любой ход в пустой стол, то ничего не дает. Нормально. Все продумано. Продумано до мелочей прям. А в любой момент можно нажимать или надо в конце раунда нажимать? Ну, я думаю, левел. Имеет ли смысл? Надо отдельно партию создавать и видеть стол, руку. Играть. По-разному, чтобы понять, блин, как вообще это говно работает. Кстати, могли вот это получить. Вы раскапываете. Почему мне предложили всего одну карту? Там же написано, вы раскапываете. Видимо, то, что на момент у нее на столе, оттуда и раскапывается, да? Я так это предполагаю. И в какой ход, в какой момент мне надо нажимать это? Бомба. В любой. Не в любой, видишь, что, все, что на столе стоит. Хотя. Ну это же никак. Он никак не мог убрать 3-2 и 2-3. А он их, скорее всего, купил, да? Не, два пирата мне не очень нравится. Я возьму бомбу лучше, рерол и что-нибудь поищу. Или Мурлока. Вот это вот неплохо. Пойдем Мурлоков, что-то у всех Мурлоки. А, Жокер, спасибо большое за 50. Раскапывать то, что было в прошлом бою. Да? Ну так работает. У тебя все лобби с новым полем. Не знаю, блин, можно их не фризить. Можно меха взять. Надо в левел двигать. Деньги можно не ставить. И мне показалось, что работает так, как вот что стоит на столе сейчас, вот в данный момент. То лучше. Я так думаю. Триплет. Тогда надо думать, в какой момент вообще нажимать эту обилку. Вышел в левел, может сейчас что купит. Лучше, я думаю, тянуть. Дорого, обилка. За 2 рубля существо. Так ты за 3 рубля его покупаешь. Ну я хз, по-моему, недорого. Триплет прямо сейчас. У меня здесь есть триплет, может, могучего плавника возьмем? В чем тут новый борт? Это не... Вы раскапываете не золотую копию существа из армии противника. Здесь написано, что на прошлом ходу было.
То, что сейчас у нее на столе, то и раскапываешь. Что у нее на столе, то и копаешь. Надо отдать вот этого Мурлока, что не там Бран может прийти. Митрокс, наверное. Че, вот это берем? Давай копанем, посмотрим, что. Дуплет возьмем. Не знаю, вот это не хочу. Это с бабла. Бабл Таун сюда. Мне очень нравится. Мех Мурлок. Два типа. Это не хочу брать. На одно существо. Мне кажется, если ты хочешь собрать триплет что-то из Акалит Ктун, надо сразу жать. Что-то в стиле. А если ты хочешь собрать что-то новое, что он там может собрать, надо до конца раунда жать. Ждать этих З. Я не могу предположить, как это работает, говно. Ничего ждать не надо, она копается со стола на конец предыдущего хода. Тогда неинтересно. Допустим, если я тебя продам. Мне нет зверей вот это, да, реализовать. Ривендор тоже, конечно, неплохо. Есть ара плюс вот это, плюс вот это. Выход в зверей. Надо было тогда зверя брать. Лягуху там какую-нибудь. Что, будем фризить, переобуваться? Много зверей. Мехи, мехи, звери, мурлоки. Мурлоки, мурлоки, мехи, мурлоки. Кроме этого зверя нету. Ну я как бы зафрижу, посмотрим, что мы раскопаем. Потому что если триплет вот этого все же найду, может я возьму ару Ривендера и пойдем в зверей. Такой план. Ух ты ж, ё-моё, мне мог Голдрин выпасть. А, это он сейчас собрал, видимо, да? Хотя вроде на моей памяти он триплета не собирал. Тебя брать? Ну, слушайте, нет, как бы, чё. Триплет мы этот не собрали. Не факт, что я найду перерождение, а вот мурлоки. Вот мурлоки maybe. Давайте это уже лесом. Хотел попробовать вот этот триплет собрать. Ух, ни хрена себе. Нормальный мурлок. Пятнашка, блин, теряя заход, могу вылететь, если Дрожжеглот вылетает. А, у нас есть вылетевший. Там элемы. Ну, типа, блин, я вот это бы не хотел бафать на хп. Все же элемы. Ладно, хрен с ним. Да. Перерождение на гибельного змея будем играть. Тебя лесом. Или стенку убираем. Опасно убирать стенку, наверное, хз. Возможно, надо вот это вперед ставить, чтобы яд еще успеть на это набузить. Получается, чисто технически можно сюда и яд закинуть.
Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, сюда может не залететь. Да. Можно было вот это на первый слот ставить. А, блин, плюнуть может направо. What the fuck. Блин, хотя налево, наверное, еще хуже. Хотя хрен его знает. Типа, яды у всех есть. Выбить не вы... выбьем, не выбьем. Все зависит от того, что здесь выйдет. О-о-о-о-о! Ни хрена себе ж. 21 ванов! Как так? Вылетевшего дадут? А ты кто? Звери. Блин, а нужно против него билку? 6 зверей. И кто один? Ривендер? Воровать у него Ривендера? Надо вот это продавать. Нет у него. Пошел. Яд берем, наверное, берем. Звери. Блин, пыща бы какого-нибудь. Перерождение, вау. Аргус. Перерождение интереснее. Не, хотя Мурлока еще можно. Но мы можем Аргуса закинуть куда-нибудь. Куда-нибудь сюда. Мне хочется яд сюда еще успеть поймать. На самом деле звери. У него могла быть Мексна, да? Так что играть обилку было точно неплохо. Неплохо. Блин, мне так впереди эта штука не нравится. Ривендера убили. Отлично. В яд, пожалуйста. Хорош. Теперь я могу... Вот я вылетевший. А хотя нужен ли нам вылетевший? Ты кто вообще, Мурлоки? Берем яд левел. Тут что? Вау. Бран? Ха, даже не знаю, а стоит ли тогда в левел идти? Тебя я точно продаю. Есть ли какой-то Мурлок с хрипом? Чисто технически здесь может быть Багургл еще. Да? То есть, получается, отсюда можно еще яд кинуть сюда? Стоит ли так рисковать? Или этой штукой будем душить? Зачем я Брана взял? Брана это был плохой выбор. Был плохой явно выбор. Нет, это в конец. Этим душить будем. Хо, баблов нету, чувака, окей. Триплет, я вот этот соберу. Потому что оттуда может быть Мексна. Хорош! Хорош! Далее, что мы делаем? Далее. Нам надо как-то поставить и его перерождение дать. Правильно ведь? Что, я в левел, наверное, не иду. Вот это берем. Я думаю, что вместо споры спора сделала свое дело. Бран вообще не нужен. Ну, баблершу я бы еще поставил, да. Есть еще проблема. Вот эта штука может не умереть. Здесь она умрет. 4, 5, 6, жесть. Это, конечно, удушающий. Охренеть, что я могу проиграть еще ему. Ну да, смотри, куда ударит. Ну так не проиграю, но я думаю. А, вот это вот говнище, да. О, смотри, красиво как. Хоп, хоп. Шушпаны, чего? Шушпаны. Еще и две змеи. Ну куда ты бьешь змею-то? Завязывай с этим, завязывай, завязывай. Какая гадость. Так мы и будем душить. Надо в левел, наверное, идти. У меня остался зверь, там есть ривендер под бабл, типа.
Выход в левел рерол. Ну, типа, я не знаю, брать бабл. Там гидры нет. Я думаю, учитывая, что у нас Кадгар, нам надо идти в левел искать триплет. Ой, надо искать мекс на перерождение. Ара нужен. Баблершу. Баблершу возьму, тогда с Ривендером поставлю вместо тебя и тебя. Или вместо тебя и тебя. Говорил, что собранные лемы Мурлока выносят на раз-два. У меня слишком много хрипов, хз. По сути, вот это надо ближе ставить, потому что здесь хп меньше, здесь больше. Хотя хрен знает, может быть, я бы хотел, чтобы они умерли, чтобы вот отсюда весь жир вышел. Сейчас, может быть, просто на этот, как его, на ютубчик бой финальный. Потому что здесь, если, опять же, вот эта гибельная змея раскроется под этим Кадгаром, будет лютая грязюка. Придется вам опять на меня подписываться. Лайки ставить. Там пыщ. Пыщ неприятно. Ой, плохой удар. А нельзя было в мексну? Не? Мексна для слабых? Ну тогда не знаю, скорее всего. Скорее всего, не вывезем. Нету места, куда резнуться. Нифига ты стенку ловишь. Не, ну ладно, на рандоме он меня выиграл. Знает, отсюда, мне кажется, нечего вываливаться просто. А счастье было так близко. О, бабл. Бабл, кстати, хорошо. Может быть, ничья, кстати, будет. Налево бабл даст? Хорош. О, боже. Ну что за говно-то, блин, игра? Взяла меня, обкакекала. Привет, Серафим. Ну ничего, такой герой, чё. Бабл пришел, бабл ушел, да? Игра пощекотала нервы. Ну ладно, ничего, такой герой.